не считала, даже вот приблизительно. Но я та, которая обслуживала также и ковидную квартиру, которая здесь у нас была на Ферсановке. Приносили продукты, подарки и, да господи, даже мусор выносила. Добровольческое движение, которое было организовано в период начала пандемии, оно доказало не только свою состоятельность, не только свою необходимость, оно доказало о том, что сочувствие, солидарность, помощь ближнему, они существуют и в наше время. И это, конечно же, самое главное. Иметь возможность обратиться к людям, иметь возможность помочь